Так, а почему, на каком основании? А? Че, лица скрываем? Представьтесь, фамилию. Я сейчас говорю, штатка неизвестно, не представляется. Забирать моего подозрительного. Я требую представиться. Штатка, представьтесь. На основании чего вы забираете его? Я ну-ка, руки! А, вот! А вы кто? А? Тоже должностное лицо, да? Или бандит? Кто? Я вооружен, я не хочу применять оружие. Я прошу вызвать, я вооружен. Нет. Я представляю. С адвокатом вы возьмете объяснение, слышь? Снимай! Петр, снимайте! Снимайте лицо, Петр! Почему он скрывается? Снимайте его лицо! Почему ты скрываешься? Открой лицо! Я не обязан. Обязан ты! Да сними! Сними! Не обязан. Обязан, сними! Ты что, все перепутал, что ли, на свете, а? Не обязан. Представьтесь, я вас порву, куртку порву. Если вы не отпустите, вы не представите. Представьте основание, повод, основание. Основание, повод. Почему удерживаете? Повод. Почему удерживаете? Основание. Вы почему удержите? Вы кто? Отойдите на безопасное расстояние. Обязаны. Вызывай наряд. Наряд вызывай. Наряд вызывай. Куда побежал? Стоять! Стоять! Стоять здесь! Сняли маски с себя, быстро! Нет, рука моего сына! Не ломай удостоверение, пожалуйста! Моя, я его мать! У меня сахарный диабет! Слышь, ты кто? Моего сына! Ты кто такой? Чудовище, ты кто? Ой! Успокойтесь, вы! Успокойся! Успокойтесь и быстро! Вы что на меня нападаете? Почему вы его руку ломаете? Потому что ты, вот ты, слышь, вот ты совершаешь сейчас должностное преступление, понял меня, нет? Отпусти руку моего сына! Не надо. Отойдите вы от меня! Все, в машину, идите в машину! Стоять, куда идешь? Стоять! Это вы что делаете? Ты кто такой здесь командовать? Стои, успокоились! Успокойтесь! Пожалуйста, ты в следственном комитете будешь говорить, понял меня? Давайте, пожалуйста, блядь! Оставимся. Давайте, он будет свободным! Господи. Потому что вы сейчас совершаете должностное преступление, поэтому я препятствую вам совершать... Вас как зовут? Кто вы такие? Николай, меня Тимур зовут. Я вооружен, Николай. Я не достаю... Кто вы такие? Я достаю оружие. Кто ты такой? Я не достаю оружие. Почему прикрываешь? Ты кто такой? Лицо? Сними! Сними! Ну-ка сними свое, покажи свое лицо. Покажите. Ублюдки. Ублюдки, бегом отсюда. Иди, зайди себе, найди там одиночку и сядь, закройся. Понял? Чмошник, блядь. Так, фамилию, стоять! Куда пошел? Куда ты пошел? Ох! Вон они скрывают лица с вас сзади! Я его не отдам! Постановление! Я не толкаю. Еще раз. Вы мне угрожали оружием и применение физической силы. У меня тонкие. Да он угрожает мне применение физической силы и оружием. Что вы видели? Я ему представил. Вы мне угрожали своим оружием. У вас при себе оружие находится табельное, нетабельное, запрещенное. Покажите мне, пожалуйста!
Вы начальник спецприемника, почему допускаете такое преступление, а? Вот вы почему это допускаете? Отличное будет дело о превышении служебных полномочий. Отличное. Уже троих вижу уволенных, бля. Не подходите к моему сыну, он не виновен. Почему по выпуску его все время забирают? Это откуда, брат? Запрещенные есть к хранению предметов? Нет, запрещенные, это все легально. Оружие есть? Оружие есть. Вот видите, моя куртка вся в крови. В моей, крови. Будете? Стой там! Покажи удостоверение, забери! Удостоверение, покажите все! Нет! Покажите, удостоверение, покажите! Удостоверение, покажите! Ислам, туда не садись! У нас прямой эфир, если что. Вот это представились сотрудники, не представились сотрудники полиции. Они говорят, звони 02. Отойдите с дороги. Сейчас я 02 позвоню, 02 еще. Слышите, уважаемый? Да, сейчас, сейчас, подождите, 02. Вот рядом сотрудник полиции стоит. Я не понимаю, нет, вот. Мы сейчас в прямом эфире. Да, отойдите, машина. И я препятствую незаконному лишению свободы. Вы то же самое, отойдите. Поехали! Куда они увезли его? Вы в курсе? Фамилию скажите, да, я вам пришлю. Фамилию свою скажите, кого указать. Да, назовите. Поехал, поехал, ехать, Саша, быстрее.